Охо-хо, привет, друзья! Это вам из солнечного Панглау, и мы отправляемся в очередную экскурсию на остров Бали, Пасак. По-моему, как называется? Правильно. Смотреть черепах, купаться с рыбками, загорать на белоснежном песочке под пальмами. Еще должны увидеть дельфинов. О как! Поехали! И вот так вот. Оля на своем, с ней какой-то мальчик, а Леха бежит пешком. Утро начинается, начинается. Утро 6 утра, нам сказали, надо раненько, чтобы увидеть дельфинов. Чтобы дельфины были рядом с тем транспортом, на котором мы будем плыть. Я не знаю, на чем мы будем. Шмоток, тряпки, ласты, целая куча у нас. Пятый фигни. И сопровождающий в зеленой форме. Нет, нам сказали, за нами придет к отелю «Трансфер». И здесь недалеко он нас доведет до отеля «Флюаты». И подъезжает вот этот мальчик-колокольчик на своем мотоцикле. И говорит, а я вас всех перевезу. Ну нет, спасибо, мы лучше на своей поедем. Оля, то может грести там надо? Вы не спиритесь, вы не пугайте меня, а то я вас ждать тут останусь. Ну вот в этой желтике поспим под крышей. Вот это да, вот это пляж. А где такой пляж нашли-то, я не пойму. Оля, я думаю, что это не знаю что. Вертолет где? Он так свой мопед пристегивает. А мы как? Ага, а мы как? No problem. No problem. Ага, а почему у тебя? Ah, because this one.
Sometimes, у него очень красивый. У него же, видишь, какой Сузуки, вау. Так, окей, ну. Сумку мою бери. Вот какой красивый. Сумки, воды, брать, ласты, маски. Ой, комары его тут кусают. Пошлите быстрее куда-нибудь. А то дельфин уплывут. А куда идти-то? Да куда? Вот туда, Оля. Давай тапки. Леша, давай тапки. Да так, наверное, дойдем по камням. Вы уверены, что это камни? Это с вашего отеля люди приходят сюда купаться. А ракушек сколько? Не кораллы? Не грязь, он говорит кораллы, наоборот. Смотри, сколько тут ракушек, Коля. Пошли. Жесткое. Выдвигаемся на катер. Острый. Нас опять несет. Ой, смотрите, какие, как червячки, улитки. Это, ага. Я думала, это тут какал. Думаю, козочка какая-то тут да, какала. Пошла покакать на море. Улиточки. Живые, что ли? Ну, какие? Ну, вода конечно. Какие-то они страшные. Нас еще на маленькой лодке будут переправлять на большую лодку. Ты думаешь? Ну да. Еще и по воде заставить идти. А, вот эти ракушечки. Аккуратнее, Оля. Обрызги сейчас. Аккуратнее, Оля, тут можешь ноги порезать, так босиком ты идешь. Слав, куда я буду, ты не говори. А как я пойду? У меня... На носиках. Леша, как их не порвать? Леша, Оля. Убегай уже. Я просто там, чтобы... Местный порт. Это тут местный порт получается, Алексей, да? Смотри, сколько лодок-то. Порвался? А еще есть запаска-то? А, резиновые. Тапочки свои отслужили, да? Домой не поеду, тапочки отслужили. Идет погрузка на корабль, идет погрузка. Да, только сбоку. Ой, нет, вот иди сюда, Оль, иди сюда, Оль, иди здесь лесенка. Господи, Леш, возьми. Леш, даже мы опять едем. На самый красивый остров с черепахами. Пахами. Две черепашки уже залазят. Да уж точно. Я, ноу, не умею плавать. Аккуратно меня вести. Давай, ноу. Я сейчас скажу, что я плавать не умею. А это чего, Славина? Так. Курточку. Проходи. Оля, 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 Оля. Окей? Okay. Destination is Dolphin Watching. Дельфины? This first station, yeah? Yeah. Next time. But this is not 100%. But we try to look. How many percent? 98%. 98? Only sometimes to do this. Они нас ждут, да? We are reading. Okay. Then, after here, only Balikasag. Yeah. After Balikasag, go home. Uh-huh. But good here is only snorkeling. Understand. Yeah. But you pay entrance fee at 250 plus tax. Understand. Yeah. Then if you want to go to Chilipaka, you're going to additional 250 pesos. Uh-huh. Если мы захотим... This is a different place. То есть here the fish, черепаха по 250. Chilipaka is here. Угу. Окей. Был этот с бородой. А тот наша лодочка начинает легкое плавное движение.
по чистейшему Индийскому океану. Обалдеть! Глушаки они не придумали. Зато колорит. Ой! Да ладно, он же не разогрелся. Вот так вот. Все, поехали! На такой же банке мы ездили на парусе, но было тихо, так и быстро так шла, да, на баракае. А вот на такой банке везут 10 человек, вот это группа. Вот они садятся вот так все. Привет. Такой. А сейчас должны быть дельфины. Ну давай, вот он мне. Вот смотрите, он, какой он в этом. Да. Под водой чистейший звезд, тут мимо проплывает. Я тебя щелкну. А кремом помазаться? Сейчас у нас лицо. Ничего ты меня спрашиваешь? Тогда я тебя потом опровергаешь. На, сначала меня... Вот так вот шумно мы едем. Уже минут 35. Это все охотники. Пока не видно. Только банки медные. И парня прогорел глушитель. А едем мы, а идем мы вон на то что-то. Так, друзья, все стоят на старте. Ждут, когда вырвутся дельфины. Мы сорванем. У нас самый шумный корабль. Все дельфины будут наши. Назад, Тимонец, марш! Первый пошел. Баракуда. Тараним. У нас самая хитрая лодка. Нас капитан увидел дельфином. Ветер в лицо. Все счастливы. Особенно Оля. Помаши рукой. Пока не видим ни одного дельфина. Нам сказали, что будут. И все лодочки развернулись. Видать, кто-то один заметил. Наша лодка распугала всех дельфинов. Где? Вот где-то тут рядом. Прямо, смотрите. И пропали дельфины. Где они? Ну, черненькие, маленькие. Вот их подкармливают. Вот как заправские охотники. Столько много лодочек. Все ждут в ожидании чуда увидеть дельфинов. У нас самая шумная лодка. Один раз видели. Охотимся, да? За дельфинами. Сразу смс-ки шлешь? Да я не снимаю. Пока мотор не работает, можем говорить. Что-то нам сказали. Вон идут. Вот они. О, пошли дельфины, пошли. Хоп, нырнули и спрятались.
Ищем. Ищем, но не находим. Дельфины ушли. Друзья, мы подходим к острову. Поганище. Вон там еще видно, как там. Все мокрые. И куча туристов. И мы среди них. Я уже вижу место, где мы займем. Вон там, вон в тенечке. Это сейчас мы тут должны купаться? Классными масками плавать. Нам надо найти здесь дерево. Какое да вон дерево? Тут вон полно. Тень. Да тени полно. Да сейчас мы здесь ходим, бродим по острову, получается. Нет, сейчас они нам все скажут, куда идти, где. Что делать? Думаю. И это еще не забывайте, что столько же лодочек стоят и ждут, когда там дельфины им улыбнутся. А мы оттуда свинтили. Так, мы приехали, нам надают... А, они установку. Берут другой бот и плывут на маленьком боте, на, либо на зону черепах, либо на зону рыбы. Да, за 250 рублей мы платим. Да. А, we pay guide, да? We must pay to guide. Yeah, 250 each person. It's part. Okay, они будут стоять здесь. You are stay no, we wait you there, in the table. Just bring all your things, just put in the table, and we wait you there. I will take your things. А, они с вами пойдут? Ну, я так понял. No problem about your things. Нам все забирать, что с собой? We are staying here. Your things, we will... I must be there, we bring in the table. We put all in the table, because my brother and me stay there and look your things. Okay. Чем говорит Алексей? Ну, вещи берем с собой на лодку гида. Поменьше. Гида. Да. И он везет нашу черепаху. Okay, а вот это не надо брать? Нет, там где я. Итак, выгрузились мы на берег. Сейчас идем на другую лодочку. Опять куда-то идем, опять куда-то плывем. Сейчас, походу, надо заплатить за другую лодочку, я так понял, да? Мы платить должны этому. Вот сначала плаваем, потом заплатим. Сейчас я не увижу ни одной черепахи, за что я буду платить? Ты за транспорт платишь, а не за черепах. Нет. Все, у нас сейчас... У нас теперь этот гид. Туалет там, магазинчик тоже здесь один. Вот это в решетку? Есть, значит, вода, есть чипсы. How much water? 50. Соки 150. 150, 150. Окей. Делают фреш. Нас уже ждет маленький бот. Пиздец, погрузили нас на лодочку. Едем, блядь. Оля, вставай.
Может, здесь говорит?